Вы смотрите канал «Дедовский метод». Всем отличного здоровья и хорошего настроения. Очередная посылка из Китая, с Алиэкспресса. Это набор сверл по металлу. Вот все-таки решил я тестировать эти вещи, потому что стоит 3,30 всего-навсего. И я думаю, вот попробовать самому, как они будут. Но сейчас просто я только распечатаю и покажу. А опробовать можно будет на дереве, будет ролик на полезных советах, так что желающие, смотрите. Ну а сейчас вскрытие. Вот так она выглядит, она запечатанная, видите, все, я еще ее не распечатывал, самому интересно. Но первое впечатление, которое у меня было, я когда получил эту посылочку, я щупал, не понял, что же это такое. Потом проверил. Да, сверла. Цена, все совпадает. Но как-то вот впечатление обманчивое, когда фотография на магазине у продавца, там кажется такие огромные, таких много. А тут вот сейчас проверим и посмотрим, какое у меня ощущение, правильно или нет. Может, здесь их и не такое количество. Ну, сейчас откроем. Оба-на. Нет, правильно, это они. Это эти сверла. Да, кстати, ссылка будет под роликом на эти сверла. Так что желающие можете посмотреть. Теперь запечатанный набор. И вот смотрите, каждое сверло. Да, здесь 50 штук. И по 10 штук каждого. Начинается с миллиметра, заканчивается 3 миллиметрами. Я специально взял штангель, чтобы даже промерить, как бы, да, перепроверить. Ну хорошо, будем открывать и это. Ну, как бы так вот выглядит этот комплект солидно. Вот я сейчас разложу, как они даже на фотографии были. Вот идет, получается, 3 миллиметра. Теперь 2,5, 2. 1,5 и миллиметр. Ну, нет, все равно это внушительно смотрится. Я не прав был, даже по фотографиям, если это сфотографировать и выложить, то это внушительно смотрится. Все прекрасно. Ну, на ощупь привык там, может, к 10 миллиметрам и прочее, и прочее. Значит, здесь получается 1, 2, 3, 4, 5, 10, да. Ну, все по 10. Ну, еще эти можно проверить. Слишком маленькие, как бы. 1, 2, 3, 4, 5. Да, также 10. Все верно. 1, 2, 3, 4, 5. Все нормально. Теперь я хочу проверить это дело штангелем. Заточку я проверить сейчас, к сожалению, не могу попробовать сверлить ими. Только разве что на ощупь. На ощупь оно мне не нравится, честно говорю. А ну-ка, что же здесь такое будет? Ха-ха! Ха-ха! 3 миллиметра. Все правильно. Ну, даже 2,9 получается. Да. Ну, не полных 3 миллиметра. Но ничего страшного. Так. Здесь какая-то... Да, здесь стоит циферка. То есть маркировка есть каждого размера. То есть все это правильно. Ну, вот такой набор. Смотрите, зачем я его приобрел? У меня есть электрическая отвертка, аккумуляторная. Вот я к этим вещам приобрел такие сверла. Пускай в квартире будут, сделаю какую-то подставочку интересную такую, чтобы их расставить по местам. Или же даже можно хранить в этих пакетиках, потому что в квартире мало чем занимаюсь таким мастерством. А вот так в пакеты вытащить одно сверло, это не составит труда. Даже вот так сложить их можно, какую-то коробочку, и все, и они будут лежать. Но сейчас я буду вскрывать это дело, пробовать, тестировать в следующем ролике. Ну вот такие наборы. Это просто наборы, не тестированные.
решать каждому за них, покупать, не покупать. Но, опять же, я протестирую и выложу видео. С вами был канал Дедовский метод. С таким вот вскрытием посылки из Китая. С сверлами по металлу. Ну, от вас, как всегда, или так, или так. Спасибо всем за внимание. Пишите комментарии обязательно. И до новых встреч!